Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов лично поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Бориса Гаевского. Борис Александрович в 1943 году добровольцем вступил в ряды Красной Армии, хотя техникум гарантировал студентам бронь. Он воевал в составе 38-й армии 1-го Украинского фронта. Награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной звезды». Глава округа передал ветерану поздравления от губернатора Подмосковья, вручил праздничный продовольственный набор и специальный комплект от партии «Единая Россия» – коробку здоровья с полезным медицинским оборудованием для своевременного контроля своего самочувствия в домашних условиях.